Oh.
Thank you.
Thank you.
Первые три недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тогда тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первым. И, наклонившись, увидел лежащих пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плав, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо сытый, на другом месте, когда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Слово Господне. С
с воскресшим живым Богом. Ученики, они порой недопонимали некоторых вещей тогда. От них еще было закрыто, написано, не знали еще из Писания, что им надлежало воскреснуть из мертвых. Но сегодня мы знаем, что так надлежало, что надлежало Христу пострадать, надлежало Христу воскреснуть из мертвых. И это основа нашего вероучения, основа нашей жизни. Потому что, как сказано было также предыдущим в послании, что если мы воскресли со Христом, то и жить будем с Ним, и ходить в обновленной жизни. Друзья мои, дорогие братья и сестры, я очень рад, что многие священники сегодня, разных конфессий, сегодня вместе благодарности Богу переживают именно силу воскресения. Знаете, на Руси говорят так, каков Бог, таков приход. Слышали, наверное, да, это? И если священнослужители, если пастор, если епископы, если батюшки разных конфессий, деноминаций переживают воскресение Христа в своей жизни, если действительно являемся мы свидетелями воскресения Христа, то и люди, идущие за нами, они будут не слепы, они будут знать, куда идти. Друзья мои, и есть один православный псалом от песнопения, думаю, те из вас, что бывали в храмах православных, это слышали, оно поется всегда, но на Пасху, особенно торжественно, особенно красиво. Там слова есть такие, я спою по-русски. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем. Твое прославляем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа, поем о воскресении Его распятие. Наверное, может, это была не смерть, может, это был обморок глубокий. Но, думаю, если Бог поднял такие его на дороге,
знаете, и потом произошло следующее. Ему делали снимки, тело чистое, не травмировано, делали снимочки. И снимки показали, что кость его целая, внутренность его целая. Это была фантастика просто для них, и особенно для хирурга. Потому что хирург этого мальчика узнал, и он вспомнил, что этот мальчик у них лежал в хирургии уже с переломом когда-то. И мальчик сказал, да, это он лежал у них в хирургии, что все зажило с первого раза, он уже ходил в школу, уже гонял снова на мотоциклах. Да, я не сказал, что этот мальчик, он был школьник, подросток, и он был на мотоциклах, выехал на трассу покататься из одного села в другое. И вот это такое произошло. И, друзья, конечно, хирург был очень сильно удивлен, потому что не только следы от новых переломов исчезли куда-то, но и след от старого перелома исчез. А следователю врач пояснял, что в моем присутствии, я там присутствовал просто. И они знают, что я батюшка, я был в черном подрясники. И, знаете, врач сказал, что как бы хорошо у него не зажило вот тогда перелом, но на снимке обязательно след от старого перелома должен быть присутствовать. Такого не бывает, что зажило и кость осталась бесследным. И поэтому врач тоже был в недоумении. Хирург, кстати, он хирург недавно ушел уже в вечность. Вот, я надеюсь, что он все-таки покаялся перед Богом, он был неверующим человеком. Но он был свидетелем этого чуда. Другие люди, милиционер, допустим, там Сергей Шкуров, там милиция, он уже вышел в отставку, он уже на пенсии. Вот тогда он был действующим офицером, я с ним познакомился тогда с этим человеком интересным. Он был тоже свидетелем вот этого всего происшествия, он был очень сильно тронут. И так получилось, мы возвращались обратно. Я был опять за рулем машины, мы вернулись в Киев, время уже было позднее, мы не поехали дальше в Россию, как мы намеревались ехать. Это было в пятницу все. Накануне субботы, которая в традиции православной называется Лазаревой субботой. Календарь православного немного отличается чуть-чуть от католического, но есть тоже Лазарева суббота, да, я насколько понимаю, в римской традиции. И именно когда вспоминается воскрешение праведного Лазаря. И что интересно, когда я ехал обратно, и со мной была моя супруга и наших тогда пятеро детей, наши шестеро детей, там было пятеро, и мы возвращались обратно, и знаете, что произошло? Я слышал голос. Я нормальный человек, не слышу голосов, знаете, и я не псих какой-то, чтобы начать дать вот, говорить, что голоса где-то слышу. Нет, но я в тот день слышал уже ночью, по сути, уже поздно вечером, слышал голос, который говорил мне. Говорил три раза одно и то же. И самое интересное, это было громко, слышно, но супруга моя не спала, она была рядом со мной, и она не слышала ничего. Знаете, дети дремали в машине, вот, но оказывается, только один я слышал голос. Хотя я думал, что она слышит тоже. И голос спрашивал меня три раза одно и то же. Ты это видел? Я не мог ничего говорить, я говорил, да, Господи. Я понимал, что это Господь, я это понял так. И я говорил, да, Господи. И так три раза было. А после того, как третий раз этот голос сказал, мне опять вопрос задал, тот же самый голос очень громко стал говорить следующее. Вот так будет и с этого. И все, я больше ничего не слышал. Вот за что по кузову продал, как говорится. Что слышал, то и сказал вам. И знаете, интересно очень, когда я ехал дальше, уже не было голоса, я просто, это были мои мысли, но это было как раз из Писания, из Евангелия от Иоанна. Это было как раз вот это место Писания, что я назвал выше, 11 глава, 25 стих Иоанна, где сказано, я есть воскресенье. Десятки раз, одно и то же. Знаете, вспоминалось назойливо воспоминание одного и того же текста Писания. Я есть воскресение. А дальше идут. Я есть воскресение и жизнь. И потом, и верующий меня даже сотрет, оживет. И до самого Киева, пока не въехал уже в город, это вспоминание текста продолжалось. И знаете ли, потом еще я когда уразумел, что это не про суббота Лазарева, для меня это было особым знаком. Знаете, я верю воскресение церкви. Я верю в то, что сила воскресшего Христа, она в церкви присутствует, в церкви Христовой. И даже если церковь Христова порой тяжелых ситуаций бывает, и люди номинально лишь порой называются христианами, то у Господа есть сила даже из камней возьмет пяти Авраама. Он может номинально христианство сделать настоящим христианством, номинально христианство сделать настоящими христианами.
те, которые уснули, духовно встремали, пробудить. Он, как сказано апостолу Павлу, встань спящий, воскресни из мертвых и освети тебя Христос. Друзья мои, и Пасха католическая, вот по стилю католическом, она как раз в этом году опять совпала с еврейским Песахом, да, с Пасхой. То есть мы вспоминаем великий исход из царства египетского народа Божьего. И Господь сегодня, Он выводит нас из грехов наших, из гробов наших, из нашего Египта, из наших Египта выводит. Я хочу вас благословить, я попрошу вот Давид Мисерский. Я хочу по такой старой традиции восточной благословить вас. В последней поездке в Америку я, значит, был в христианской большой синагоге. Это те евреи, что веруют в Иисуса Христа как Спасителя, и Иешуа, Машиаха. И вот этот христианский ковид дали мне. И я у себя в церкви не убрал и благословлял людей. Я хочу благословить вас, все присутствующие, сегодняшним этим восстанием благословения. Среди присутствующих, может быть, так много евреев по крови, но по нашей общей вере Иисуса Христа и Иешуа Машиаха, по наследию великих благословений. Я хочу спеть благословение на вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, это Святой Костюм, спеть благословение на языке нашего Господа Иисуса Христа, на иврите и на русском языке. Благословение из 4 книги Моисеева, из чисел 6 глава. Yeah.
о народах, живущих во тьме неверия и греха, дабы они познали, что Христос – их свет и спасение. Господа просим. Услышь нас, Господи! Обо всех больных, дабы Отец одарил их пасхальной радостью и даровал им здоровье и облегчение. Господа просим. Услышь нас, Господи! О нашей приходской общине, дабы Господь Бог укрепил нашу веру в воскресенье и исполнил нас Духом Отец.
Святой Богородице, Деву Марии, со святыми блаженными
Через Христа со Христом во Христе, тебе Богу Отцу Всемогущему, велись и Духа Святого, всякая честь и слава, во веки веков. Мы называемся Отчинами Божьим и действительно им являемся, поэтому ты взаимно. Важен, знаний на вечер от лица.
хочу нас видеть то, что нас объединяет, а не разделяет. Уничтожит нас другим, уничтожит нас думание, что мы самое главное, главное самое Иисус Христос и Евангелие, неважно кто и как. Поступает и как с вами чувствует на Бога. Важно то, чтобы все идем в одно направление на Царство Божие. Правда, каждый из нас говорит, что это правда, да? Православные говорят, что это правда, протестанты говорят, что это правда, а я говорю, не правда. Но это не значит, что друг с другом исследователем тоже нет Господа Бога, что там Бог не меняет. Через других людей, через других репрессий, когда Бог дозволил им быть создателем, каким образом отправлять Господа Бога. Видно это по Божьей воле. И пусть Господь Бог нас объединяет, с Его воскресенье нас приближает до Царства Небесного. Остался еще один обряд, который очень приятный для нас. Особенно после 40 дней поста. Очень приятный обряд, когда мы посвятим наше блюдо на пасхальный стол. Приходим домой, Господа и Господа, что мы будем сюда посвятить, не только то, и все, что там тоже охладили, не сбрахали, с самого нету, что мы вместе взяли. Все вкусняки, все выкладаем на стол, что будем вместе праздновать. Будем вместе славить Господа Бога. Каждый праздник, можно сказать, в нашей душе, связанный с застольем. И это тоже застолье связано с нашей верой, с воскресением Иисуса Христа. Таким образом мы продолжаем то веселье, то радость, которую мы приобрели здесь сегодня в храме. Поэтому не ставьте, пожалуйста, все свои блюда на верх. А я хочу через костюм. А я пройдусь через костюм, через камень, и после этого все это, что бы там ни было. Воскресшего Господа,